Ну, давайте дальше посмотрим. Значит, а давайте проверим, а Василенко и Гробовский не являются ли девочками у нас? Вы скажете, ну подожди, если они являются девочками и орут, что я с ними ебался, значит я пидор. Как такое вообще возможно? У девочек, когда им хуи пришивают, они не стоят. То есть я с ними ебясь, знал, что это девочки, правильно? Правильно?